отмечена крайняя левая точка, то надо взять все картинки для шести. А где у нас картинки для шести? Покажите на доске. Их пять штук, где они нарисованы? Вот здесь, да, молодец. То надо взять все картинки для шести и туда перерисовать. Отлично. Их пять штук. Значит, здесь пять кружочек, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отмечаете. Да. И после этого занимаетесь этим копированием. Берете вот эту картинку и ее откладываете, только советую вот с конца, идти взглядом наоборот, справа налево. Пять точек. Значит, надо посмотреть, где у нас все картинки для пяти. Во-первых, мы выписали несколько первых значений для функции f и g. И для обеих функций мы доказали рекуррентное соотношение. Оно оказалось замечательным образом такое же, как для функции p. Интересно посмотреть, а можно ли написать вот те вот левые члены разумным образом. Смотрите, 5 это 2 плюс 3, 4 2 плюс 2, 3 это 2 плюс 1. Так, 2 это 1 плюс 1. Это для функции f. Так, здесь 2 это 1 плюс 1, 2 это 1 плюс 1, 1 это 1 плюс 0. 1 это 0 плюс 1. 1 это 1 плюс 0. Ну, это мне не дает на самом деле никакой разумной информации, но для красоты таблички.